стала хитомовый репертуар еще в первом своем составе, а у Питерсона было несколько составов в течение всей его карьеры. Первый состав с контрабасистом Рэй Брауном и гитаристом Кир Бенсон просуществовал 8 лет и записал практически, ну, все, что записал, это все абсолютно шедевры. Среди этих замечательных мелодий была композиция под названием «Девушка из Калико», «Girl in Calico».
Это все, первое отделение. 45 минут. Спасибо. 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 Спасибо.